Эй, привет, с вами снова я, Станислав. Это прохождение игры Метро 2033. Мы продолжаем проходить игру. Да, Метро 2033. У нас глава там аллея. Ну, конечно. Так, продолжаем. Аллея. Там бы темы закончили. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх. В город искать секретный командный пункт. D6 именно этот. А вот D6 находится. А тут не видно, ладно. Ай, блин. Артём. Во. Так. Тихо, дай нырю. О, господи, как там бежит. Вон. Побежали вот это. Так, D6. А, вот D6 находится. А вот библиотека Ленина. Так. Мы вот тут вышли, да? Понятно. Назад пути нет у нас, да? Так, а куда же нам идти? Сюда, наверное? Я не знаю просто уже. Забыл. Где наш дробь? Ну-ка попробуем ее на мосте. Нет, блядь, не помогай, ни хера. Сука. Херню яку сдал нам этот Ульман. А я взял. Так. Тихо. Они меня тут достанут? Блин, трубы провалились. Так, ой, задыхайся, Артём. Так, главное, чтобы не задохнулся. Тихо. Артём. Ай-яй-яй. Ну ж, блин, о, молодец. Тихо, блин, муха. Ну все проваливается, блин, ржавые. Надо чуть-чуть подзарядить. Как там вот так, да? Так, подзарядок. Я не заряжал там. Так, все. Ой. Причем хватит задыхаться уже, а? Ой, ёб твою мать. Сука, ай-яй-яй. Сука, блядь. Куда она взялась? Привет, Артём. Тварь такая, а? Я даже не бачив, она напала, блин. Схватила. Ты можете задыхать, а? Так, здесь вон так. Сосульки быть. Давай. Артём уже. Молодец, Артём. Артём хоть задыхать уже задолбал. Что, времени мало чешу, я не понимаю. Трое не бишь хватает. Артём! О! Хуйня, это сами оружие, честно. Это не разбираю. Вот сюда. Так. Вот еще один. Давай. Поменять. Он тут получше будет. Блин, нас третий что? Три противогаза, что ли? Фильтры три штуки стал. О, поменять, конечно. Нашел свое оружие нормально. Но хоть убойное. Лучше. Артём. Радиация, понимаешь? Что у нас здесь? Ой, бля. Сходи нахер, я не хочу сейчас. Опа. Да иди нахер. Блядь, он еще и разрядан. Пиздец, да?
тихо, провалимся, провалимся, бежи, Артём. Я слышу, как он все провалится. Давай падай. Так, куда ты будешь? Иди нахуй. Болело. Все. Сука. Не достанешь, блядь. Ну, блядь. Блядь, если мы сейчас сдохнем, блин, это будет нехорошо. Ай. Так, нам надо это где-то взять хотя бы. Фильтр хотя бы. Так, это часы. Обращайте внимание. Забыл выключить. Чем? Мать, у меня противогаза мало. Так, по-моему, падает. Ай, блядь, не успел, а. Завалил я. Сейчас еще раз попробуем. Я понял, нас завалило просто. Так, где мы? Может, противогаз есть? Нету. Тихо. Так, а... Кстати, а куда нам? Нет, мы отсюда пришли. Подождите, я сейчас заблужусь. А, вот сюда. Сосульки разбивай. Пробираемся. Я понял. Бегу. Все, успел. Ну, старое все ломается. Это библиотека, наконец-то я дошел. О, наконец-то. Ждет у меня. Ну, конечно. Блин, я задыхаюсь. Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить две пушки. Блин, мы на один противогаз, что ли, а? Я вижу, что это библиотека, но у меня фильтров вообще ноль. Бля. Открывайте быстрее. Я сейчас задохнусь. За мной, ребят. Да быстрее, блядь. Слава богу, хоть следующий. Так. О, библиотека, наконец-то. Великая библиотека была поразительным местом. Красивым, да? Я словно оказался в замке из книжек с картинками. Угу. И как в тех сказках, сокровища стерегли страшные чудовища. Именно, библиотекарем, блин, называется. Мы скоро побачим. Закрывай уже. Я задыхаюсь, понимаешь? О, фильтр, неужели фильтр нашел? Спасибо тебе, сталкер. Даже из него кровь течет. Давайте быстро заходим, бо я дыхать не могу. Открывай, Артём. Так, выбей дверь, бо я не могу. Выбивай быстро. Так, давай, выбивай. Крепай. Я тебе сказал быстро открывать. Коридоры нас открыли. Ой, блядь, Данила, бежи! Все, закрывай, молодец. Так, что делать? Если дверь наверху заперта, открой ее как сможешь. Хорошо, я понял. Блядь, закрыл, а? А, он там закрыл с той стороны. Так, еще один монстр. Так, просто пробегаем. Не трогаем их. Это что за сусуть? Так, тихо. Так, что здесь? О, тут фильтр хватай. Вот это силище! Так, больше ничего. Сволочь такая! Так, главное, чтобы они нас не схватили вот эти. Они ничего, конечно, не сделают такого. Да силище, конечно. Ага, вижу. Все, сломали. Так, забегайте быстро. Я пока противогаз нашел. Ты у нас противогазу, блин, вообще мало. Ребята, вы там зашли?
Твери, кто-то откройте мне, пожалуйста, я сейчас задохну. О! Никуда не уходи, стой тут, на обратном пути мы тебя заберем. Бля, вы что, охренели, а? Открывай давай. Шутка в нем, блин. Ульман, не шути, хватит. Шутник ты, блин. Это времени мало все время тишу. У меня 7 противорадий. Фильтру. И они бы нас клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Ну так. Так. О, фильтр, сели, давай. Бери его. Да. Понятно, так. Артём, иди ко мне. Что я там побачу? Там демон летает, не стоял бы тут. Выпили. А, ну. Что она? Никто не обделался? Да не. Противогазе ты об этом не узнаешь. Смешно, ну. Понятно, это фашист, по-моему. Так, у тебя ничего нет такого. Ага, все. Артём, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Ну, конечно. Так, нейроны и синапсы. Спинномозговая... Ух ты! Айбе Стругацкий, пикник на обочине. Что-то знакомое вроде. Ага. Вон какая-то книжка лежит. На английском, что ли? Ладно. Будем шукать. Проход. Проход. Так, не здесь. А вот здесь? Нет. А вот здесь, наверное, вот. Ой, блин. Библиотекарь, по-моему. У нас дрободан есть, по-моему. Сейчас двери просто разобьем нахер. Физика, да. Так. Что у нас здесь? Запасной выход. Ой, еще один. Вот, поменяем уже наконец-то. Сколько так само? Прицелом. Не, убойный так, да. Стреляй хорошо. Хоть попробуем пострелять в этих библиотекарей. Или... Ну, кого тут встретил вообще? Так, это куда я вышел? А, извините, я на ту сторону вышел. Так, туда, наверное, да? Блин, не застревай только, Артём. Артём. О. Молодец, пролез. Так. Ага, лутаем. Не, я не буду на таким менять. Так, надо в мирок. Да? О, попал. Хуяк, гляди, открыл. Вас там не забило, не? Данила, пошли. Да, вас не ударило, не? Нормально. О, фильтр, слава богу, блин. Так. Больше ничего нет. Ладно. Открывай, давай. Это закончится когда-нибудь или нет? Да. Нет, не закончится, что долго будем, блин. Так, Данила кто там? Господи боже. Что такое? Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Ну да. Сейчас это не очень так. Библиотека. Тихо, где? Артём, слушай внимательно. Слушай. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь не приедешь, больше встретишься с одним из них. Ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной – тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз, а выстрелишь. Вообще больше ничего не увидишь. Сними еще. Блин. Тут противогаз работает нормально.
сука, блин. Ты дам до балака команд. Да не ладно, отпусти, я не трогаю. Давай, блин, Отпустил, блин, сука. О, кинул, да? Так, где он там? Стой, стой, стой. Алло, чувак, ты живой? Живой вроде бы. Он все еще жив. Артём. Что я так? Должен отнести его в поле. Конечно, блин. Но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Понятно. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Хорошо, блин. Ну, конечно. Можно тебя залутать? Не. Ладно. Ладно, сейчас попадем в библиотеку. То есть мы уже в библиотеке, господи, что я уже попал. Так, куда я там упал? Ой, блин, я провалился. Ладно, куда идти-то надо? Карту достаем. Так. Так, библиотека, понятно. Так, найти есть понятно, но понятно. Как там? О! Сюда. Так, той. Встань. Хер ты попадешь в такую херню. Сука, батя ж говорит, что он уже. Так. Блин, такие всякая гадость, конечно. Что у нас здесь? Сейчас быстро залутаем. А, нам есть сюда и надо. Так. О. Так, что тут у нас? Так, не ухранились. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Хорошо. Давайте здесь закончим. Будем в следующей серии бороться с ними. С вот этими. За монстрами. Библиотекарями. Так. В следующей серии с вами был я, Станислав. Меня зовут Станислав, да. Канал Лайка Позитивного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите следующих прохождений. Все. Всем пока.